Всем привет, с вами Gobzor.com, и сегодня в центре внимания у нас новинка от компании Sven. Это Sven KB9500 с переключателями Autumn Blue. Здесь есть софт, здесь есть подсветка. И стоит эта клавиатура на момент старта 3000 рублей. Стоимость может меняться, всегда доступна по ссылке в описании к этому видео, в текстовом обзоре. Комплект включает руководство пульса на русском языке и гарантийный талон. Выполнен в полноразмерном формате с цифровым блоком. На борту набор из 104 клавиш, основным материалом выступает пластик. Интересно смотрится стилизованный подшлифованный металл покрытия на верхней грани. Есть выраженная подставка под запястье, она является основной частью корпуса. Но при желании вы можете ее снять, там есть фитинги, крепежные лапки точнее. Пару винтов откручивайте и снимайте, если это необходимо. Но с учетом того, что есть еще откидные ножки, можно получить удобный наклон рабочей поверхности и снизить нагрузку на сустав. Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Кириллица и латиница хорошо читаемые. Есть многоцветная подсветка, она помимо символов подсвечивает также пространство между клавишами. Управляемая, несколько эффектов, а также регуляция скорости и яркости. Расположение кнопок классическое, блок F1 и F12 выполняет дополнительные действия. Шифты полноразмерные, Enter однорядный. В верхнем правом углу набор светодиодных индикаторов, отображающих активные в данный момент режимы работы. К системе клавиатура подключается с помощью кабеля в нейлоновой оплетке. Длина 1,8 метра. Для Sven 9500 можно загрузить утилиту управления. В главном ее окне выбрать эффект яркость и скорость подсветки. Есть редактор макросов с изменяемым интервалом между нажатиями. Записанной программой макроса можно потом присвоить одну из клавиш, и вы потом ее активируете зажатием кнопки Function. Также есть набор часто используемых команд для управления воспроизведениями действий в играх. Мы тестирование ввели с игровым компьютером, определилась клавиатура сразу автоматически, без установки драйвера и софта. Это Windows 10. Но я думаю, что тут это характерно для всех клавиатур. Классическое исполнение, выраженная подставка под запястье, они не требуют много времени на освоение и привыкание. Нажимаются кнопки с хорошо слышимым щелчком. Клавиши стабилизированные, люфт в стороны минимальные, но по ощущениям они жестче, чем Cherry MX Blue, и чуть тоже тверже, чем, например, Kyle, тоже Blue. Но умеет клавиатура распознавать корректно одновременно нажатие нескольких клавиш. За время длительных тестов мы использовали для набора текста, игры в шутеры, и во всех сценариях она вполне справлялась с поставленными задачами. Корпус у него достаточно жесткий, при сильных нажатиях заметно не пригибает. Как итог, получаем недорогую механическую клавиатуру. Если вы ограничены сильно в бюджете и именно механика нужна, то вполне можно посмотреть на как раз переключателях Autumn Blue и Sven 9500, достойный вариант. Все есть, макросы, хорошее исполнение, выраженная подставка под запястье, софт и управляемая подсветка. Кабель, защитные нейлоновые оплетки. Лайк, подписка приветствуется, всем хороших выходных и пока-пока.